ВМТ. Знаешь больше? Получить больше. Золотое месторождение Нуладжин находится в 185 километрах к северу от Ньюмана, и мы находимся в восточной части Пилбары Западной Австралии. Золото, которое мы добываем, поступает из 7 центров добычи, охватывающих расстояние свыше 40 километров в длину. Главная проблема одного из наших карьеров заключалась в том, что рудные тела были очень узкими. Нам приходилось удваивать расходный коэффициент взрывчатых веществ и материалов для достижения более эффективной фрагментации и технологической обработки. Но это также означало, что происходило значительное смещение рудных тел в боковом направлении. После применения технологии ВМТ наши данные продемонстрировали, что мы сократили потери руды, разубоживание и увеличили исходное содержание ценного компонента в руде одного из наших самых крупных рудников. Мы также получили более точные линии выемки рудных блоков, что означает лучшее распределение взорванного материала. Определение рудных блоков осуществляется намного проще, а процесс выполнения горных пород является более эффективным. В прошлом мы использовали индикаторы вектора взрыва, BVI, для отслеживания смещения пород после взрыва. Основной вопрос заключался в том, что мы получали недостаточно данных по смещению в нижнем горбыле, что создавало значительную проблему. Индикаторы вектора взрыва давали производительность извлечения в 40% на основании информации по нижнему горбылю. С того момента, как мы начали использовать BMM, мы получили производительность извлечения в 94%. За один взрыв мы рассчитали увеличение значения извлеченного материала, которое составило свыше 134 тысяч долларов за счет использования BMM. Применяя технологию BMT, мы получили возможность достигать истинного срока отработки карьера и иметь доступ ко всем минеральным ресурсам на участке месторождения. Технология — это путь в будущее в отношении взрывных работ.